всенародный праздник – День Учителя. Учитель, чувство теплоты, уважения, признательности вызывает это слово. Труд наш поистине бесценен, поскольку от него во многом зависит, каким станет человечество в будущем. День Учителя – праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он ни был. Каждый помнит своих любимых учителей всю жизнь, а значит, никто сегодня не останется равнодушным к этому празднику. Никогда не была спокойна эта мирная профессия учителя. Никогда она не давала возможности остановиться, передохнуть. Минуют года, века, неузнаваемой станет наша жизнь. Исчезнут многие сегодняшние профессии. Но пока существует человечество, сохранится на земле высокое звание «Учитель». Слово для приветствия предоставляется исполняющей обязанности главы города, председателя городского совета депутатов Куликовой Галине Григорьевне. Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда, молодые педагоги, от имени жителей города Назарово, депутатов Назаровского городского совета, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Учителя. Учитель во все времена является опорой общества и государства, потому что именно в руках учителя находится будущее новых поколений, будущее нашей страны. От того, какими вырастут наши дети, какое общество будут строить, какие нравственные ценности исповедовать, во многом зависит именно от вас. И вы это прекрасно понимаете. Именно поэтому вы всегда находитесь в центре общественной жизни. Вы в ней осваиваете новые стандарты, новые программы обучения, реализуете новые современные методы работы, новые программы. Вы своим мастерством и талантом зажигаете сердца своих учеников. Именно поэтому наши учащиеся становятся победителями в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Ведь они равняются на вас. И мы ими, Ивана, гордимся. Огромное вам спасибо за ваши глубокие и разносторонние знания, за ваш огромный практический опыт, за вашу любовь к людям, за преданность выбранной профессии. Мы от всей души желаем вам здоровья, успешной реализации всех задуманных планов, трудолюбивых и целеустремленных учеников, благодарных и понимающих родителей, и, безусловно, огромного личного счастья и благополучия. С праздником вас! С Днем Учителя! Наших учителей, воспитателей, педагогов дополнительного профессионального образования и поздравить всех присутствующих с
замечательным профессиональным праздником – Международным днем учителя. Наши муниципальные, краевые, образовательные организации достойно отвечают требованиям и вызовам развития современного общества и государства. Вы успешно реализуете новые образовательные стандарты, создаете новую современную образовательную среду, решаете подчас очень сложные, невероятные проблемы воспитания. Наши образовательные организации являются базовыми, пилотными, стажерскими площадками по реализации самых актуальных проблем муниципальной и краевой системы образования. И все это возможно благодаря слаженной работе педагогических коллективов, личностным вкладам каждого присутствующего в этом зале. Сегодня очень приятно слова благодарности говорить нашим ветеранам педагогического труда, нашим педагогам-стажистам. Вот мы очень часто нашу систему образования сравниваем с замечательным, крепким, теплым домом. Вы, уважаемые коллеги, основа, крепкий фундамент нашей системы образования. За очень долгие годы непростых этапов развития нашего общества и государства, кризисы, реформы, другие сложные процессы, именно вы смогли сохранить нашу систему. Именно вы смогли сохранить ее лучшие традиции, сохранить, приумножить и создать новые практики. Огромное вам спасибо за вашу преданность профессии, за ваш труд, за вашу душевную щедрость. Вы – наша гордость, гордость нашей системы образования. Уважаемые педагоги, уважаемые коллеги, нам год от года очень приятно видеть в наших коллективах, в нашем торжественном зале лица наших замечательных молодых педагогов. И очень приятно, что мы каждый год прирастаем новыми, молодыми, активными педагогическими кадрами. Я вот сегодня сейчас поймала себя на той мысли, какие у нас очень активные, звонкие, яркие ученики. Как непросто с ними работать в школе. Вот каких вершин профессионализма нужно достигнуть, и вообще каким интересным человеком нужно быть, чтобы быть интересным этим детям. Наверное, вот педагогам молодым в какой-то части проще. В силу возраста вы, наверное, больше можете разговаривать с нашими современными детьми на близком, понятном языке. Поэтому вам хочется пожелать твердости духа, наверное, тому, чтобы вы вот этому языку в том числе могли научить и своих старших коллег. Конечно, крепкой поддержки ваших старших коллег в решении других очень важных и актуальных проблем и задач. И, конечно, на долгие годы верности тому жизненному выбору, который вы для себя сделали. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, всем вам хочется пожелать гордости и чувства удовольствия и удовлетворения от результатов вашей профессиональной деятельности, ежедневных улыбок на вашем лице, ежедневной радости от вашей работы, от вашей профессии, радости вам, вашим профессиональным коллективам, радости вашим семьям, новых профессиональных взлетов, самых ярких и позитивных событий. И пусть реализуется и исполнится то самое, наверное, заветное и затаённое, с чем вы когда-то пришли в нашу непростую профессию. С праздником и всего самого замечательного, коллеги!
образовательных организаций. Вторая группа школ. Третье место. Школа номер 11. А Василий Александрович Сутугин, директор. Пусть поднимается на сцену. Среди учащихся общеобразовательных организаций лицей номер 8.